Члены общественного совета при управлении МВД России по Одинцовскому городскому округу проверили работу дежурной части 2-го городского отдела полиции. В ходе проверки особое внимание уделялось ведению документации по приему, регистрации заявлений и сообщений граждан о преступлениях и правонарушениях. Представитель общественного совета Нина Дьячкова побеседовала с сотрудниками дежурной смены, осмотрела помещение, его оснащение, а также специальное помещение для задержанных.